связать вот такую вот ягодку. Возьмем нитки зеленого цвета. И свяжем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Замкнем ее в кольцо. Сделаем одну воздушную петлю подъема. И будем вязать столбики без накида 7 штук. Значит, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Далее делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем наше вязание. И в эту же петлю вяжем столбик с одним накидом. Делаем воздушную петлю, в следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее 1 воздушная петля, в следующую петлю снова вяжем 2 столбика с одним накидом. И так вяжем остальные наши петли. Довязали до конца наш ряд. Далее разворачиваем вязание и будем вводить нитку розового цвета или красного, какой у вас будет подходящий для ягоды. Вводим крючок между нашими столбиками. И провязываем соединительный столбик. Делаем 3 воздушные петли подъема. И в этот же промежуток между столбиками мы будем с вами вязать столбики с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок между столбиками, выводим петлю и провязываем столбик. Еще раз накид, и в этот же промежуток еще один столбик. Всего у нас получилось 3 столбика из промежутка между столбиками с одним накидом. Далее накид, следующий промежуток между столбиками, также провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее накид, и в следующий промежуток также 3 столбика с одним накидом. Так делаем в каждый наш промежуток. Довязали ряд. Теперь разворачиваем. Нам нужно будет вывязать из этого промежутка петли. Для этого мы делаем соединительные столбики. Три штуки получается. 1, 2, а третий будем вводить между нашими веерочками, также соединительный столбик. Делаем 3 воздушные петли подъема.
И делаем накид, вяжем столбик с одним накидом. В этот же промежуток между столбиками еще один столбик с одним накидом. Далее накид, следующий промежуток между нашими веерами. Также вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И так вяжем следующие наши промежутки. Снова разворачиваем вязание и снова провязываем соединительные столбики до нашего промежутка между веерами. 1, 2, и следующий делаем между столбиками. Также делаем 3 воздушные петли. И в этот же промежуток вяжем еще 2 столбика с одним накидом. И далее аналогично до конца наших промежутков между столбиками. Провязали наш ряд, разворачиваем вязание. И далее вяжем аналогично по такому же принципу все ряды, пока не останется у нас один промежуток между нашими веерами. Вязали до конца, вот у нас один промежуток. Разворачиваем наше вязание, также вяжем соединительные столбики до промежутка между столбиками с одним накидом. Также делаем 3 воздушные петли подъема и сюда вяжем также еще 2 столбика с одним накидом. И заканчиваем наше вязание. Отвязываем ниточку, провязываем петлю, завязываем узел, спрячем нашу веревочку. У нас получается вот такая вот ягодка.